Она убила моего отца. Да не перестань. Она спала с ним, чтобы прибрать к рукам его деньги. Жадная, ничтожная потаскуха, стерва. Она просто не понимает, что говорит. Я не причастна к убийству. И деньги его мне совершенно не нужны. Рикардо, арестуй ее. Спроси ее, где она была в тот момент, когда произошло убийство. Я не перестань. Я отвезу тебя домой. Я никуда не поеду, пока Рикардо не арестует ее. Сделайте это сейчас, пока она не забрала все деньги и не уехала за границу. Бен, уведи ее. Нет. Энни, успокойся. Ну что ж, настала пора прощаться, папочка. Там тебе будет самое место. Передай от меня привет акулам, папочка. Сценарий Роберт Гуза, Шелли Мур, Крис Дан. Режиссер Роджер Инман. Фильм озвучен телекомпанией НТВ. Это она сделала. Она убила моего отца. Эй, не надо. Она спала с ним из-за денег. Ее волнует только это, ты жадная, ничтожная женщина. Она не знает, что говорит. Я не имею отношения к убийству Делла. Мне не нужны были его деньги. Рикардо, арестуйте ее. У нее была возможность, был мотив. Спросите, что она делала, когда убили моего отца. Эй, не прекрати. Я отвезу тебя домой. Я никуда не уйду, пока Рикардо не арестует ее. Сделайте это сейчас, пока она не получила деньги и не уехала из страны. Уведите ее отсюда. Пора прощаться, папа. Ты отправишься в очень знакомое место. Плавай с акулами, папочка.